230 участков дорог отремонтируют в республике в этом году. Почти все завершат в срок. Проблемы есть на 10 объектах. Успеют ли дорожники, выясняла наша съемочная группа. Это не кадры из триллеров «Сайлент Хилл» и «Поворот не туда», а обычные будни жителей поселка Липовка и Бресинского района. Дорога на карте есть, а по факту – ямы, грязь и лужи. Вместо асфальта – грунт. Особенно трудно весенне-осеннее время. Застревает машины, никак не вылезает. Вот обязательно дорога надо, нужна дорога. И она должна здесь появиться. Контракт с подрядчиком заключили, сроки обозначили ноябрь этого года. Но работы до сих пор не начаты. В ежедневном порядке уже начисляются пени, которые в целом, допустим, по этому объекту уже 11 тысяч. Если, допустим, в течение 2-3 недель они также не приступят к своей работе, то мы со своей стороны уже 1 декабря сентября месяца, возможно, невозможно, а в целом вынуждены будем расторгать контракт в одностороннем порядке. И заново разыграем по данной сельскому поселению конкурс, аукцион на уже получает на следующий год выполнение этого объекта. Подрядчик обещает, ремонт дороги сделает, причем до конца октября. У нас, к сожалению, есть другие контракты, и у нас шло отставание там из-за погодных условий, из-за вовремя нефинансирования. Сейчас всю переброску делаем, всей техники сюда, и начинаем. Все дороги завершим. Организации ремонтируют 8 объектов. Еще один – участок автодороги Аниш. Спецтехника стоит, но к ремонту не приступили. А закончить его должны были к 1 сентября. И мы, по всей видимости, дадим им 2 недели на том, чтобы они вышли и начали работу. Если в этот промежуток времени работы не будут начаты, безусловно, контракт будет расторгнут. Похожая ситуация и в Янтиковском районе. Подрядчик другой, проблема та же. Асфальт на одной из улиц в селе Чутеево должен был появиться еще в прошлом году. Но по факту уложили только водопропускные трубы. Нам не предоставили проектную сметную документацию в полном объеме. Вовремя. Да, можно сказать, вовремя, да. Администрация поселения контракт расторгнула, подрядчик подал в суд и выиграл дело. Но к работам так и не приступил. Эту организацию могут включить в реестр недобросовестных поставщиков. То есть оно никогда в жизни больше не сможет участвовать в розыгрыше государственных контрактов. И, соответственно, на них будут возложены достаточно серьезные штрафные санкции. Министр транспорта республики подчеркнул, все дороги отремонтируют, сейчас ищут пути решения проблем. Один из вариантов – привлечение крупных дорожных компаний в качестве субподрядчиков. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Сергей Адушкин. Республика.